шеф, шеф этого прекрасного ресторана. Вот он такую вот прекрасную еду готовит. Ребят, все, что мы делаем в этой жизни, трудимся, работаем, думаем, мысли, это все ради еды, ребят. И когда мы кушаем, мы должны благодарить в первую очередь Всевышнему то, что он нам дает столько, сколько нам нужно, а нужно нам немного. Нужно нам столько, сколько нам нужно. И самое главное, ребят, быть благодарным в этой жизни за то, что мы имеем. Потому что мы так, значит, мыслим, мы так живем, и мы к этому идем. И самое главное, ребят, мы все, что делаем, мы делаем практически это все ради еды. Потому что еда – это тот источник энергии, которого нам нужен. И мы должны быть этому не просто благодарны, мы должны быть максимально благодарны. Ребят, будьте в этой жизни благодарны, потому что благодарность – это Божий дар. Благодарность – это то, что может быть у вас, оно и должно быть у вас.